Го с оранжевыми клинками. Или с красными. Го с красными. Или нет. Го с оранжевыми. Го! Сейчас надо ласт выиграть, чтобы было 2-1 на стриме. Ек. Роту 4К ММР. Я не знаю, сейчас будет кто-то рунить. У нас чел сразу вылетел. Прикольно. Ну пик эти уроды! Your turn to pick. Сейчас приду. Так я здесь, гайс. О, бруда. Кайф. Кайф. Бля, ебаная бруда. Шок. А бруда, походу, на мид. Или, блядь, ну Феникс, наверное, на хрода, на бруда, на мид.
Что это? Ебать, сейчас бы бруды, против бруды поиграть на марте. Да, на самом деле, похуй. Так, ну в этой игре что надо собирать? МКБ по фасту будет. Хотя хз. Нахуй мне МКБ по фасту. БКБ тоже поможет. Я не знаю, если он возьмет Анчу. У нас пик, в принципе, хороший, мне наш пик нравится. У нас нормальный тимфайт, у нас, ну, типа, мы можем играть. Мы можем играть и выигрывать. Если я получу фарм, то, в принципе, у нас пик отличный. Если я не получу фарма, то меня будут убивать, а я не буду переживать яйцо Феникса. Потому что тут дохуя ничего не помешает. Проспектора жмет ульт, Феникс ультанет, если я побегу без БКБ, меня просто застанет. Не, ну тут можно изи выиграть. Если просто против бруды нормально стоять. Тот, кто будет стоять против бруды, я не знаю, кто это будет, Тайт или Зевс. Походу бруда мид, мне кажется, если честно. Брут мид and Phoenix стоп. I think. Я не знаю, почему он идет туда. Покупает Iron Talon, блядь. Ебать. Подруливайте, братва. Добрый початок! Надо идем. Их тут четверо, блять. Бэк. Их четверо. С Леоном еще. А Леон там еще. Феникса не знаю. А кто у них мид, блять? Земля? Если Феникс... Феникс саппорт, мид Леон. Мид Леон, шок. Я зло мид, да. А, Зевс решил умереть? Нет, не решил. Как Леон собрал руну, если там два наших героя? Вау. Как Леон забирает руну, там так, два нет, наших Феникс героя? Хард, Феникс хард пошел, алло, бля, перетягивай. Меняйтесь, алло. Я пытаюсь, иду за порталом. Да, да, да. Не, нормально, забираю мид. У нас если будет бруда, а вот бруда идет. Я уже на топе. Хорошо. Help! Yes. И где вы, блять? Тут никого нету. Это хуйня полная. Я сделал только... Уже поздно, игра будет проиграна, пока вы придете. Все, иди. Уже поздно, говоришь. Не приходи. Я имею в виду, игра сейчас будет проиграна. Я бы прокачал блинк, если бы он пришел раньше, но мне пришлось прокачать миссы, потому что я не знал, они идут ко мне, не идут, блядь. Короче, это полная хуйня. А, блядь. Я им говорил идти раньше. Почему я смог моментально прийти, а они нет? Прокушивай. Заблочен.
До сих пор без топора играю. Я не знаю. Будет говно игра опять. Чувствую. Oh, yes. Феникс его увидит. I feel blurry. Долби, братан. Хорош. А можешь закрыть? Нет, не надо, не надо. Давай, я второй. Дай мне этот танк. Ну, бля, и почему за меня всегда вот это происходит? Почему у меня их так рунят жестко? Курицу в такой игре проебать — это шок. У нас есть базилка, у них нету такой хуйни, надо, блядь, давить. Я не к смели. Найс, nice, получил, пол хп проебал. Нахуй подходит. Like a wisp. Бля, братан, ты можешь вообще не подходить к крипам? Ты мне тут что помешал запулить. Спасибо. Встань! Называется убиваем. Думаю, убиваем, это значит убиваем. Спирт может быть не торопил. Я умер, бега. Help! Скорее, что твои апы, бля, я хожу. Это потому, что вы не пришли на лайн сразу. Вот только поэтому. Мы получили преимущество большое слишком. В тот момент. Я до сих пор без сапога играю, нормально. На ухане. Да, понял, сапог. Фингат, иди, пожалуйста. А, блядь, где помощь? Ну ты... Бля, Витюша еще что, че это за хуйня, блядь? Угу. 5.44, нихуя нет. Пойдем. И чё? Ну где, блядь, помощь? Помощи нету, блядь. Найс. А, короче, идёте. Верьте деньги! У Зевса не вовремя. Забайте, у меня надо умереть. Ты говорил, что не бывает псевдооскорблений, но это не так. Все бывают псевдо. Вот, например, Украина – псевдо-страна, украинцы, псевдо-люди – это до нас, псевдооскорбление. А ты – псевдо-натурал, катаптиди. Курица не апнута. Ну, блядь, почему? Я вообще не понимаю. Так ты принеси себе это дерьмо, блядь, и мы убьем броду, у тебя будет быстрее деньги. Ложи. Фарма нет, курица не апнута, лайм проигран. Как всегда, блядь, все дауны в команде.
Вот сестра на боте. Можно ее пиздать сразу. Курица просто не летит ко мне, я не знаю где. У меня 5 уровень на 7.30, я хз. Походу это еще одна лузочка. Я даже команде не смогу помочь, у меня нету ничего. Даже не могу подраться с командой. Земля ТП сделает, плюс тут стоит груда в лесах уже. Допустим, спектра ультанет, будет помогать команде. А как я могу помочь, если у меня ничего нету? Если мне мои дауны, лайн проиграли. Ну, блядь, бюджет. Ну, как пидор ты? ТП делай, друзья, наверное. И что делать дальше? Я не могу даже лес фармить. Ну я сейчас не убьем, эта игра закончится окончательно. Я чувствую. Your middle tower is under attack. И чё? Повезло! Еле-еле. Это пиздец. Эти пауки — это шок. Не поможет. Она меня застреляет. Мне уже доминатор нужен. У меня ничего нет вообще. Феникс. Ну дело ТП. Если есть засты, то можем бить. Дай мне засты. На себя байчу быстрее. Я не могу достигать шарики, кстати, лол. Как он мне попадает? Ну, я, блядь. Он пустой. А, блядь, а ну это КГ, это ж... Ну, блядь, я не могу камбэкнуть, просто не могу, у меня не получается. Я ничего не получил на лайне, я не могу камбэкнуть. Ну развернись, даун! Развернись, даун, блядь, нахуй ты убегаешь? У тебя на 2 удара жизни, а у нее на 1. Блядь. Дисперсия, слышал, что такое? У тебя на 2 удара жизни, у нее на 1. Ну так ты видишь, в итоге она умерла, я живой. Что ты мне говоришь, чувак? Короче, все. До свидания. Бля, я уже... Я начинаю тильтовать. Я просто смотрю, как они играют. И опять я против груды здесь. И что мне делать? Где мне фармить? Что мне делать вообще? У меня нету доминаторской, в лес пошел. Да я не знаю, что мне делать, блядь, я просто не знаю, я в ахуе. У меня ничего нет. Я рыбу курицу. Ну, классно. У меня вообще ничего нет, это просто пиздец. Вы заебали рыбу. Может поставишь сентри?
знаю, сразу. Это атом, блядь. Это атом. Я в шоке. А где басты? Сектора фармит бот. Верьте деньги! Моё, блядь! Что-то, блядь. Просто ужас, что за игра ебаная? Такой ужас. Просто адок. Наконец-то доминатор собрал, вау. Полегче. Полегче с доминатором, а? Леон без ульта еще минуту. То, что бруду убиваем снова и снова, это хорошо. Может, у нас тильта нет, не знаю, повезет. Мне надо ТП купить срочно. Курицы нету, блять. Мы убьем вы. Убьем, убьем. У тебя же есть ульт, значит убьем. Давайте. Найс. Меня не спасти. Заебашили! Они зевсачами, правда. Они только пиразово убили, кстати. Я сразу тупаться еще разочек придем. Га, Барт еще в хле я купил. Забери, пожалуйста. Витюша, ты ли это, бля? Да, это все. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Я готов. Найс. Нахуй. Я от тебя ушел. Бля, молнии может куплю сразу лучше. Да мы вдвоем, не, мы вдвоем убьем, нормально. Я под цель, я постою. Хуй знает. Ну бруду, да, я пойду другие просто. Почему ли не двое без меня, нормально. Вон Зиса послапаю, блять, под хаос. Мне кажется, если она сейчас еще раз умрет, она ливнет просто. Ну это уебище в муте просто. А там походу бруда? Ха! Ману, все, Леон меня дал. Все, заеб. Три в миде и бла. Шок! Она просто видит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сы бруде за игру пока что. Мне нужна мана, срочно, блядь. ДДД, хуй. Меня... Сорян. Феникс, седьмой. У него дискорд уже, надо БКБ будет срочно. Это после Майлстрома только. Я не буду без Майлстрома играть. А так спида нет, нет смысла играть. Урона мало тоже. У земли, кстати, очень много, у него ревейл 11. Они спорталятся сейчас, если мы пойдем. Она не придет, она бы ушла отсюда.
кажется, они могут быть все здесь. Они так и есть, скорее всего, все. Спектра одна, наверное, на боте. Спектра одна летит, да. Спектра одна на боте. Земля! Я уезжаю. Давай. Что-то я увернулся от ганга. Ну паучков, ебать, круто. На развороте ману всем дам. На найтсчах. Как я от ганга увернулся! Я медальку сразу апгрейдить буду, чтобы... Я спектру атакую, попробую, может, она тупая. Я могу типа с тобой прийти на второй тавер. Давай. КРИЕЕ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 
Ты... ты можешь Шену убить на самом деле с крипом. Я могу Сири помочь, если хочешь. Ну тут еще хуйня, блядь, стоит, мог. С армором. Не-не-не, тут варда не... Скорее вот тут вард. Трюхни сюда, пожалуйста, лес. Давай так. Они когда бежали, смог как могли нам варды? Горит. Могу... Волк, 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 всема волк. Нет, волк. Петра мид, эрспирит мид. Я сделал ТП. Правда, скиллов нету, нет, что я. Ульту, зе... ульту! Нахуй! Выреза, блядь! Фрирош, кстати, прямо сейчас. Или вышка на миде. Давай вышка, потом рош. У земли есть ульт, мы не сможем рош. Я успех рейс ульт. Обратно забираем первое и можно рассказать туда. Ты можешь на самом деле один просто его убить, типа. Не могу. Понял. Надо волк. Или без волка я буду бить его 1000 лет, на самом деле. Топор же не работает на Рошана больше. Ну, бля, медалька не скоро. Если найду волка, то попробую. Yes. Invisibility. Мне нужен Симодок! Ну, бля! Я бы попробую найти продукцию. Пожалуйста, ну, 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 ну! Земля, видите, что в миде кто-то. А, блядь, где же? Она тут. Go, go kill Earth. Куда, блядь? Help, help! Будет Рошана прямо сейчас, наверное. Горош, я горош. Я потанкую с ванвардом. Да. Your bottom tower is under attack.
Найс! Бруда, конечно, сейвит нам игру. Сочно так. О, с аркана я могу прыгать, пока я портал на него. Почему режу? Положи курицу, Базиль. Сайт, give me farm, please. Так, у меня, собственно, БКБ уже есть, считай, что. Я вместо топорика возьму. И буду всех ебошить, а Игги с БКБ это будет изи. Я уверен. Ха! Топорик пока продавать не буду, нет смысла. Ну пошли ее убить, затолкнуть на нее. Сейчас буду на земельку прыгать с БКБшечкой. На нежданчиках. Алло, ну как оно работает? Нет. Алло, как это сделать? Кто ж переконтроливает? Вы видели, я просто передаю себя, у меня курица не летит ко мне. Что? Пойду кого там найду в лесу, блядь. Я пошел искать их. Сейчас я буду их резать. Вот так! Друга. Ладно, отстану. Не да. О! Нахуй БКБ нажал, не знаю. Хуй с ним. Ну, я думал, она сейчас меня ударит, и я мясну потом. Ну, ладно. Хуйня. Это изико финиш. Holy shit! Не, это слишком easy. Бруда, конечно, заруинила. Справедливо, парни. Мне в прошлой игре заруинили, а теперь Бруда заруинила. На самом деле, справедливо. Ты счастлив. Подпишите, может, они дефки будут сразу мыть. Давай только под контроль с ними пойдешь, блядь. Holy shit! Кто? Ты. Я? Пинг самый маленький. Понял. ГГ, изи! Иди сюда! Ой, не-не-не! Мы проебали. Бля! Так, я могу блинк отсюда сделать?
сори. Что за хуйня, нахуй не дефует последнюю секунду? МРИ! Просто вырезал, сука! Нахуй не это делают? Что за дерьмо ебаное? Что это вообще? Что это такое, блядь? Помойки. БЛЯАА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 А
ГГ, сука! Так ладно, я не буду уже подрубать гимнач. Аневая бурда руинила, походу. Ну хз. Ну и секатка. Ну, у меня челики тоже нормально играли. Скар нормально. На ганге еще эту бруду в тильт вогнали. Что-то вообще изи. Так, на доту больше не хочу. Я 2-1 сыграл на стриме и хватит. Хватит. Больше не хочу. Че типа думает, что я буду сейчас его обзывать на стриме, но тут на самом деле, в принципе, не на кого гнать особо. Ну, слишком изи игра, бруда начала руинить и, ну, бруда это такой герой, если ты не супер задрот, то ты большинство игр заруинишь. Ну, реальность такова нынче за бруду. Надо быть супер задротом, чтобы импакт был жесткий. И, конечно, если ты тильтуешь, то все, тебя сразу сгангают по КД и все. Ну, типа, 5к помойки, ты на бруде можешь быть неуязвимый. Потому что герой инвизный, то есть 5к помойки обычно не покупают просвет. Повезло, купили. Так, я сыграл 2-1 на стриме. Все, больше не хочу. Что, блядь, я чувствую, что next игра будет точно в скрытом пуле. Чисто 18 репортов. Я сегодня играл в скрытом поле, точно вот скрытый пул. Это вот игра, если кто хотите, чекните. Вот матч ID. Скриншот можете сделать. Ну, просто шок. Вот мой счет. У меня было 16-0 с мячом. У меня было 16-0, только потом я уже умер 3 раза. Один раз я умер, это моя ошибка, базара 0. Но потом это пиздец. Ну, команда ничего не может вообще, ну... Я один раз умер, мы проиграли, в принципе. Ох. То эту игру мне заруинили сегодня. Я тут, в принципе, нормально играл. Ну, как нормально? Ну, под конец уже начался тильт, но эта игра уже была закончена, когда у меня тильт начался. Ну, очень заруинили, прям очень. Прям, ну, засрали игру. Здесь наоборот, здесь противник заруинил. Справедливо. Справедливо, в скобочках, да.